На данный момент в сфере спорта привито 22% работников. В первую очередь, это, конечно же, тренера, преподаватели и иные сотрудники, которые непосредственно работают с детьми и посетителями спортивных учреждений. Люди прививались как самостоятельно по месту жительства, так и приглашались в выездные мобильные бригады по месту работы. Так, к примеру, сделал футбольный клуб «Лида», где единовременно было привито более 20 человек. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем, потому что все мы понимаем, что личная ответственность каждого и вакцинация поможет защитить себя и преодолеть распространение коронавирусной инфекции.